управления Следственного комитета, слушаю вас. Алло, здравствуйте, здравствуйте. У нас ЧП, убийство, труп, приезжайте срочно. Какой у вас адрес? Ой, улица Молодежная, дом 32. Ожидайте, следственная оперативная группа выезжает к вам. Следователь Стариков, на выезд. Произошло убийство. Записываю. Молодежная. Понял, выезжаем. Все в сборе. Поехали. Приступаем к осмотру места происшествия. Данное место сегодня нам показалось... Следователь – профессия, которая требует определенных знаний, умений и самоотдачи. Ведь отдавая себя служению закона, зачастую приходится жертвовать иногда и своими интересами, и личным временем. Ради одной единственной цели – найти истину, разобраться, кто прав, а кто виноват. И сделать так, чтобы виновные в совершении преступления ответили по закону и по справедливости. Закон, справедливость, отечество – это непростые слова. Все 5 лет своего существования следователи своей ежедневной кропотливой работой оправдывают этот лозунг. Сегодня можно с гордостью констатировать улучшение качества следствия, благодаря тому, что в Следственном комитете объединились люди, преданные закону, без остатка отдающие свои силы восстановлению истины и справедливости. Первые следственные подразделения были созданы еще при царской России в 1713 году. Именным указом Петра I была основана следственная канцелярия гвардии майора Михаила Волконского, которая стала первым государственным органом, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия. Канцелярия занималась расследованием наиболее опасных преступлений, посягающих на интересы страны, и была независима от других органов государственной власти. После смерти Петра учрежденная им следственная организация была упразднена. Восстановление петровской модели организации следствия произошло почти через 300 лет. 12 сентября 2011 года, день, когда был подписан указ номер 409 об образовании Следственного комитета Республики Беларусь. В соответствии с указом Следственный комитет Республики Беларусь образовывается посредством выделения следственного аппарата из системы органов прокуратуры, подразделения предварительного расследования из системы органов внутренних дел и системы органов финансовых расследований Комитета государственного контроля. В настоящее время сотрудникам Следственного комитета предоставлены широкие полномочия без оглядки на сдерживающие механизмы со стороны государственных органов. По сути, следственная власть является продолжением президентской власти. Здесь расследуются дела по тяжким и особо тяжким преступлениям. Производится следствие по уголовным делам в отношении депутатов, судей, прокуроров, по преступлениям коррупционной направленности. На контроле у комитета дела об убийствах и похищениях людей, изнасилованиях, преступлениях в отношении несовершеннолетних, а также преступления против общественной безопасности и государственной власти. Может, это высокопарно звучит, но следователь – такая профессия, к которой нельзя прийти по назначению. Должно быть призвание. От следователя зависит, куда будет продвигаться расследование, сложится ли взаимодействие с представителями других правоохранительных структур. От него все ждут качественной работы. Потерпевший надеется на защиту своих нарушенных прав, на возмещение ущерба, на какое-то возмездие. Безусловно, ожидает объективности и сам обвиняемый, чтобы наказание за содеянное было, по крайней мере, справедливым. Подозреваемый, поясните, когда... Работа на месте преступления, допросы подозреваемых, работа с потерпевшими, беседы со свидетелями, работа с документами и ведение протоколов. Здесь мало полученных знаний и существующих методик. Осматривая место преступления, очень важно не упустить ни одной детали, собрать все имеющиеся следы и вещественные доказательства. Пусть даже на это потребуется несколько часов, неважно, днем или ночью, ведь вся эта работа сводится к благородной миссии – установлению истины и восстановлению справедливости. Теперь, эксперт, нам, пожалуйста, опишите данный след, его размеры и характерные особенности. Вот, первый будет след, значит, у нас номер один след, оно будет так идти, это будет у нас след номер два.
Возбуждение уголовного дела и его предварительное расследование до передачи дела в суд – это основная работа следователей. Но каждый этот этап включает массу дополнительных профессиональных действий. Следователь – это хороший аналитик, грамотный организатор и управленец. Его работа подкреплена практической помощью коллег-криминалистов. Ведь порой, чтобы найти истину, приходится разбираться в сложных преступных схемах, распутывать клубки нечестных хитросплетений, назначать десятки экспертиз. Значит, так как следы находятся на месте раскопки, для этого мы сейчас видеозапись приостановим, чтобы сделать гипсовые слепки указанных раз, два, три, четырех следов. Собрать, сохранить и исследовать вещественные доказательства – это кропотливая работа, но именно на ней строится вся доказательная база. Мелочей и попустительства здесь быть не должно. Нельзя допускать нарушения нормы ПК, упрощенчества какого-то. Несмотря на то, что следственные действия надо проводить ночью, выходные дни, дождь идет, снег идет. Разницы никому нету. Это твои трудности. Ручка у тебя замерзла на морозе. Пиши карандашом. Но ты напиши так, чтобы потом никто не сказал, что это следственное действие не может быть признано допустимым доказательством. Расследуя уголовные дела, следователям часто приходится прибегать к нестандартным подходам. Просчитывать на несколько ходов вперед, чтобы не дать возможности виновнику преступления уйти от ответственности. Так было и при расследовании уголовного дела 2013 года. Из банкомата агрогородка «Восход» была похищена большая сумма денег. Аппарат был скрыт болгаркой. Это было первое подобное преступление в стране. В ходе осмотра были установлены биологические следы во внутренней части банкомата. Ну, то есть, в частности, как в дальнейшем показала генотипоскопическая экспертиза, была обнаружена кровь мужчины. Выявленный геном человека проверили по всем базам, что были у правоохранителей, но ни одна поисковая система не дала положительного результата. Почти месяц следователи работали и с банками, искали похищенные купюры. Те были немного опалены, но безрезультатно. Примерно в это время была получена информация от сотрудников МВД Грузии, что некий гражданин Агасян Александр Владимирович, гражданином являлся Грузии, имел двойное гражданство и гражданин Армении, намеревается приехать в Республику Беларусь с целью совершения хищений денежных средств из банкоматов. Подозреваемого нашли в Быхове, однако установить его причастность к совершению преступления было сложно. И тогда правоохранители принимают решение тайно взять у человека образец слюны. За мужчиной следили, надеялись изъять брошенный им окурок, но тот не курил. Через некоторое время стало известно, подозреваемый планирует пойти к стоматологу. Было принято решение взять остаток ватки, которая использовалась после лечения зубов. Геном, изъятый на месте преступления крови, совпал с геномом изъятой слюны. И это стало главным и неоспоримым доказательством в причастности человека к совершению преступления. Честность и беспристрастность – основные качества сотрудников следственных подразделений. Ставя точку в расследовании уголовного дела, следователь несет за него полную ответственность. Ты принимаешь окончательное решение по уголовному делу, его следователь принимает. Не руководитель следственного подразделения, не прокурор, не судья, а именно следователь, который ставит точку, предъявляет обвинение, избирает меру пресечения и несет персональную ответственность за судьбу дела дальнейшего. Одно из громких преступлений 2013 года. В Шклове трое подростков убили мужчину. Они изрезали его ножом, а потом сожгли вместе с автомобилем. Как утверждают опытные следователи, такого зверства в своей практике они не помнят. Преступление с той жестокостью, которая оно совершилось, и, наверное, как вы правильно сказали, и того и явилось резонансным, что несовершеннолетние фактически сожгли еще живого человека. Ну, жестокость не поддается, конечно, описанию и пониманию нормальному человеку. Главными фигурантами преступления стали трое подростков. Двое из них 16-летние и их 19-летний приятель. Убили человека подростки из-за денег. Это рассказывал каждый из них во время следственного эксперимента. Алкоголь, чувство стаи, видимо, вот это все и повлияло на их действия. Потому что каждый из них наносил удары, каждый из них наносил удары ножом. И в конце концов, видя, что они не могут завершить свои действия при помощи камня и ножа,
они подожгли живого человека в машине. Так как по делу проходили несовершеннолетние, вспоминает Георгий Кулак, их допрос можно было вести только в присутствии законных представителей. Это создавало определенные трудности. Следствия по делу длились почти 9 месяцев. Но ни один из обвиняемых свою вину в полном объеме так и не признал. Это существенно не повлияло на ход следствия. И в их, ну, даже в ходе следствия на их противоречиях было построено обвинение в конечном итоге. Для более качественной работы сегодняшних следователей есть все необходимое – от уютных кабинетов и компьютеров до полиграфа и передвижной криминалистической лаборатории. Она выезжает туда, где совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления. Убийства, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть и другие преступления, которые вызвали большой общественный резонанс. Этот большой микроавтобус оборудован по последнему слову техники. Здесь есть все для удобства работы следователя на выезде. Стол, освещение, холодильник для биологических следов, криминалистические инструменты. В данном ящике у нас имеются криминалистические чемоданы. Данный, например, чемодан, который вам представляю, называется «Криминалист». Он предназначен для обнаружение изъятия следов на месте преступления. Здесь есть все необходимое. В одном чемодане приборы для изъятия следов с места преступления, в другом для упаковки всего изъятого. Кроме того, чтобы след обнаружить, его еще нужно изъять и должным образом сохранить, чтобы в дальнейшем можно было производить экспертные исследования. Для удобства работы в темное время суток в машине есть световая башня и генератор, а также лопаты, конусы для ограждения места преступления и даже надувная лодка. Набор сит, который позволяет нам отфильтровать грунт с целью таскания мелких каких-либо объектов, это пули, гильзы бывают. Имеются также еще дополнительные металлогеновые осветители и штативы, которые позволяют нам освещать место происшествия. Работа следователя не связана с риском. Основное его орудие – это бумага и ручка. Однако следователь, как человек в погонах, обязан быть физически подготовленным, знать и владеть приемами самообороны, метко стрелять, чтобы при необходимости суметь дать отпор преступным элементам. При всех стереотипах, что следователь – мужская профессия, в следственных органах служит много представительниц прекрасного пола. И, как показывает практика, девушки не уступают своим коллегам-мужчинам ни в профессионализме, ни в физической подготовке, а иногда и даже превосходят их. У меня был один случай, когда я выехала на место происшествия, и со слов очевидцев мне стало известно о характеристиках личности, которая предполагаемо совершил преступление. Это был молодой парень. И когда они мне описывали его, по его манерам поведения, когда он, вот, как он вел себя на месте происшествия, мне стало, интуиция помогла понять, кто это человек. С этим человеком я ранее встречалась, он у меня проходил по другому уголовному делу. Плох тот лейтенант, который не мечтает быть генералом. Однако девушки признаются, служить в Следственный комитет они приходят не за большими званиями и наградами. Хотя и это важно. Основное желание – помогать людям. Я всегда хотела помогать слабым и их защищать, и чтобы справедливость всегда восторжествовала. Когда ты помогаешь человеку раскрыть преступление, найти его имущество, либо в чем-то разобраться, помочь ему, и он тебе говорит слова благодарности, на самом деле это очень приятно. Для них нет на службе поблажек. Работа по выходным, ночные дежурства порой приходится нелегко, но они признаются, гордятся службой и не жалеют о выбранной профессии. Когда женщина начинает разговаривать с женщиной, они более идут с ней на контакт и начинают доверять женщине. Начинают рассказывать то, что не могут рассказать следователю мужчине. Даже те моменты, когда она ее избивает супруг, и она не об этом боится заявить, скажем так, в милицию обратиться или обратиться за медпомощью, чтобы о данном факте никто не узнал. Стать следователем значит посвятить свою жизнь служению закона, честно выполняя свой служебный долг. Поэтому те, кто приходит сюда на службу, проходят жесткий отбор по физическим данным, психологическим и моральным качествам. Для этого претенденты на службу в следственных подразделениях проходят проверку на полиграфе, так называемом детекторе лжи. Следователи Следственного комитета вносят весомый вклад в укрепление законности и правопорядка в стране. Добиваясь неотвратимости наказания, мы совместно с оперативными сотрудниками органов внутренних дел раскрыли более 1000 преступлений прошлых лет, среди которых более 100 тяжких, особо тяжких.
Изобличение лиц, совершивших особо тяжкие преступления, несомненно, свидетельствует о качестве нашей работы. Еще раз повторю, конечно, это результаты не только деятельности наших следователей. Огромную работу по многим делам провели оперативные сотрудники органов внутренних дел, КГБ, Департамента финансовых расследований. Так было и так будет всегда. В Следственном комитете действует школа наставничества. До тех пор, пока молодые следователи смогут сами раскрывать преступления, им помогают старшие коллеги. Ведь профессионализм нарабатывается годами. Чтобы более опытный рассказал, объяснил в постоянном, ежедневном, каждодневном своем общении и выполнении, глядя друг на друга, как он проводит следственные действия, как вопросы задает свидетелю, как вопросы задает подозреваемому тому же, как сформулировать, как очную ставку провести. Старшему поколению следователей есть чем поделиться с молодежью. На их счету сотни раскрытых сложных уголовных дел. Один период 90-х чего стоит. Некоторые говорят, что раньше требования были другие. Требования во все века были и оставались. Был закон, и который надо было соблюсти. Полноту, объективность и всестороннее расследование. Просто не было компьютерной техники. И скажу, что расследуя уголовное дело в отношении нескольких фигурантов, если уже сразу было двое, допустим, задержано, а один скрылся, то протоколы следственных действий писали сразу через копирку, чтобы потом легче было меньше переписывать и легче было выделить для объявления розыска уголовное дело в отдельное производство. А то, что не было сделано через копировальную бумагу, то садились просто вечером в тишине и от руки переписывали уголовное дело, потому что ксероксов не было, копировальной никакой техники не было. Ежегодно для молодых сотрудников их старшие коллеги проводят так называемые мастер-классы. Обучают работать в условиях, приближенных к реальным. Будь то убийство, будь то ДТП или кража. Частые ошибки при осмотрах места происшествия по фактам убийств бывают неправильная упаковка вещественных доказательств, обнаруженных на месте происшествия. Таких как орудие преступления, окурки из-под сигарет, которые могут находиться на месте происшествия. Если убийству предшествовало распитие спиртных напитков, может неправильно быть упаковка бутылок, стаканчиков и так далее. Такие мастер-классы – своего рода конкурсы профмастерства для молодых следователей. Именно здесь по итогам всех испытаний определяют лучшего молодого сотрудника Следственного комитета. Быть следователем – призвание. За годы своего существования коллектив Следственного комитета Могилевской области не раз занимал призовые места по итогам служебной деятельности и доказал всем и прежде всего самим себе, а не команда профессионалов, с честью выполняющая свой долг – служение закону, справедливости, Отечеству. Говорят, что успех руководителя зависит от работоспособности коллектива. Я с этим полностью согласен. Отмечу высокий профессионализм возглавляемого мною коллектива. В большинстве своем это достаточно молодые люди, у которых есть стремление совершенствоваться и работать с полной самоотдачей. Результат их ежедневного кропотливого труда – успешное расследование жестоких убийств, преступлений в сфере строительства, финансовых пирамид, серийных мошенничеств, наркотиков и других. Считаю, что работать нужно самоотверженно. И столько, сколько необходимо для раскрытия преступлений. Идти к цели, пока ее не достигнешь. Это логично. Номер 11.